В России сегодня одна из самых востребованных профессий – это рабочие. В Ноябрьске, в частности, огромный дефицит строителей. И это сказалось даже на окружном конкурсе профмастерства «Строитель Ямала-2013». Его организаторы – некоммерческое партнерство «Строителей Ямала», которые впервые решили устроить состязание в Ноябрьске. Нашли всего 5 компаний, не побоявшихся выставить своих мастеров на соревнования. Правда, накануне конкурса одна команда выбыла из строя. Остались бригады «Риэлт Аляска», «Гелиос», «Северстрой» и «УЖХ». И задачу им предстояло выполнить непростую. Подробности у Ирины Потехиной. В этом году ямальские профессионалы-строители выбирают лучших штукатуров-маляров. И первая новость мероприятия – это то, что в обывательском представлении сугубо женская профессия маляра здесь оказалась представлена в основном сильной половиной человечества. Из 4 звеньев лишь в 2 от УЖХ и компании «Гелиос» присутствовали дамы. Причем в УЖХ миниатюрная Наталья Габидулина мастерски не только выравнивала стены, но и руководила своими, как выяснилось, помощниками. Двое мужчин, про которых обычно говорят, касая сажи, в плечах. По ее команде носили цемент, месили раствор, устанавливали уровень. В общем, задолго до окончания соревнований почти все зрительские симпатии были уже на стороне Натальи. Сейчас. Да надо же мешать, подмешивать. Максим, да, сейчас. Что? Сейчас, говорите, размешаешь. Смотри, как тело уже. Кстати, нюанс, который известен только профессионалам и который добавил сложности конкурсантам. Оказывается, песок у нас такой, что раствор из него получается тяжелый, и его, говоря языком штукатуров, трудно тянуть по стене, то есть выравнивать. А между тем, задача поставлена непростая. Участок стены площадью 20 квадратных метров сделать почти идеально ровным. Максимально допустимое отклонение по вертикали на всю высоту 15 миллиметров. За любые другие отклонения – снижение баллов. Если отсутствует, допустим, просветы по четвертому, 25 баллов. Если есть один просвет, 20 баллов, 2, 15 и так далее. Если по вертикали один, отсутствует отклонение, 25 баллов. Если есть отклонение, на 5 баллов ниже. Цемента для конкурса потребовалось много. Стена, которая досталась для отделки штукатуром-малярам, а это в будущем новом здании УВД, очень нуждалась в корректировке. Возводили ее практиканты, а посему теперь только строителям со стажем под силу исправить внушительные огрехи молодых коллег. Вот за 4 года город строили. Одна пятиэтажка была. Ага. Командировка приехала. В итоге в конкурсе победила бригада компании «Риэлт Аляска». Ей в будущем представлять Ноябрьск на соревнованиях в Салехарде, где только за участие награда 50 тысяч рублей. Здесь же всех конкурсантов поощрили призами из бытовой электроники. Правда, организаторы мероприятия надеются, что все материальные ценности – это не главное, ради чего все это устраивалось и происходит. Мы надеемся, что проведение таких конкурсов привлекает молодежь, строителей. Поднимает престиж рабочих профессий. Ну и сам дух проведения конкурса, он продолжительное время остается в организации. Ирина Потехина, Виталий Харченко. Новости нашего города.